Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Evil Defenders. Так, что у нас здесь за миссия? Пустоши. Обходными путями враги добрались до пустоши, и теперь они под палящим солнцем продолжают погоню за сокровищем. А вот уж дудки. Мы им не позволим ничего забрать. Смотрите-ка, ребят, смотрите. Крестьяне стали вдруг мушкетерами, с мушкетами бегают. Так, гоблин-арбалетчик, гренадир. Гоблин-подрывник. Наносит урон по площади. Чем дальше от эпицентра взрыва враг, тем меньше нанесенный урон. Гренадир, значит. Так, скажите-ка, где они пойдут? Я вижу, вот отсюда следы начинаются. А куда ихний путь будет? Так, предположим, они вот так идут. Здесь обход. Чё-то я не... Вот здесь, скорее всего, ребят. Скорее всего, сюда они пойдут. Так, ну что, приступим, да? Я думаю, вот где-то в серединочку мы поставим с тобой баллисту. Порощи пушку пускай стоит. А вот здесь, наверное, нам надо будет спящий ящер. Пускай он будет замедлять их. Ага. Так, здесь мы, наверное, поставим с тобой... Давай лучников. Но не забывай, что и пехота нам нужна. Правда, не хватает. Ну что, вызываем. Вызываем этих аглоедов. Хе-хе, бегут с вилами. А сейчас мы посмотрим. Кстати, слабоватый, конечно, радиус. Ну да ничего, справиться должны. А вот это что такое у нас? В плане, я могу здесь... Горящая нефтяная река наносит урон пересекающим ее врагам. То есть если я подожгу, вот эта вот штука черная вся загорится. Отлично, давай вызывать следующую партию врагов. Ага, старая крипта, лучники. Склеп карманников. Трусоватые лучники предпочитают ближнему бою атаку издалека. То есть в крипте мы теперь можем делать вместо ближников еще и дальников, да? То есть лучников. Это неплохо, но для начала мне нужны монетки. Ну, бомби давай как последний раз. Правильно, лучник. Мы можем, конечно, ускориться с тобой. А что у нас здесь такое? Нефтяная река превращается в стену огня из маленькой искры. Врагу дорого обойдется любая попытка преодолеть ее. Я понял. Я это уже... Тихо, смотри, что делать. Нет, ну вот баллиста, кстати, очень хорошо крошит этих крестьянин. А мы вызываем свою следующую волну. У нас 64 монеты, этого мало. Но я могу... Кстати, я могу позвать к себе на помощь... Да-да, крипту. Эй, скелеты, куда вы там встали? Идите сюда, ближе. Ближе, как говорится, к эпицентру. Вот здесь вот и будут они у меня стоять. Оу! А тут-то смотри, кто... Не надо тебе здесь быть. Я надеюсь, эти олухи не пройдут. Дай-ка я еще, наверное, одну башню лучников поставлю. На всякий случай, ведь ее как-то можно улучшить. Угу, орчая пушка, напалм. Пушка с напалмом. Урон по площади обжигающим напалмом. То есть это я могу апгрейдить. Слушай, ну тут так дорого стоит апгрейд. Ага. Смотри, какого мы видим. Тут, ребята, и лучники уже пошли. Мои скелеты вообще тут ватные. Их даже обычные крестьяне заваливают. Слушай, ну я ведь могу... Нет, не могу. Думал, сейчас подожгу, конечно. В любой момент можем призвать дьявола к нам на помощь. Но думаю, что пока этого не надо делать. Надеюсь, что мы справимся. Но, так. Роднульки, идите-ка сюда, вот поближе. Нечего там прохлаждаться. Будете вот здесь вот стоять. Ах ты, друзья мои. Вы видите, кто там у нас идет? А да, это лекарь. Вот его там нам здесь, блин, и не хватало только. Слушай, может быть нам его вот так убрать подальше? Но он очень быстро добирается. Давай-ка вот так его звезданем молнией. Ну ты посмотри, что он творит, а? Вот засранец, он очень быстро отхиливается. Очень быстро. Давай, Хеллбой. Как написал один из подписчиков. Крестьяне против Хеллбоя. Действительно, что-то такое и есть. Я могу поджечь реку, но а надо ли мне это делать? Так, давай, иди сюда. Блин, может быть нам урощую пушку как-то улучшить? Давай, давай, давай. Ну, есть контакт. А сколько еще волн? Блин, еще 5 волн будет впереди. Подмастерье, огонь. Огненный подмастерье наносит урон по площади. Чем дальше от эпицентра взрыва враг, тем меньше нанесенный урон. То есть теперь мы можем с тобой поставить еще и мага огненного.
Так, маг у нас, вот он, подмастерье. Сейчас он у нас обычный, но мы можем его переделать в огненного. Опа, опа, опа. А кто их ускоряет? Вот этот вот чепушило их ускоряет. Тут помимо того, что ускорение, еще и ребята отхиливаются, они довольно неплохо. Так, справимся ли мы, а? Вот в чем вопрос. На-те-ка все. Всыпал я им неплохо сейчас. Вот это меня немножко смущает. Давай, давай, маг. Я знаю, что-то очень-очень сильный. Там уже следующая волна идет. Вы серьезно, что ли? А что так шустро-то? Эй! Вот этого, пожалуйста. Блин. Давай подожгем с тобой реку, а? В конце-то концов. Пускай не получает урон. Маг, ты, главное, вжаривай. Как в последний раз должен бомбить? Неужели пробегут, а? Что такое? Ага, спящий ящер может превратиться в демоницу. Убеждает врагов некоторое время сражаться друг с другом. Это, конечно, все хорошо. Это все хорошо, но... Блин, неужели пройдет, а? Да не то слово, пробежит. Слушай, а если я, например, верну назад волну, а нужно ли мне это делать? Ты посмотри, что он творит. Посмотри, что он творит. Даже если, предположим, применю сюда молнию. Это не варик, верно? Это не варик. Да чтоб тебя. Никак. Ребят, давай-ка мы с тобой волну, наверное. Вот эту вот. Даже вот лучше вот эту сделаем. Седьмую. Вот так вот перемотаем. Вот здесь у нас пошла самая такая заваруха, да? И вот здесь мы с тобой подготовимся уже получше. Так, скорость надо немножко сбросить. Вот как получше? Может быть, гоблина-арбалетчика или все-таки... Блин, 180 дорого стоит. Наверное, да. Давай улучшим с тобой лучника. То, что этот замедляет, все, в принципе, неплохо, друзья мои. Но лучше бы это было где-нибудь вот здесь. Замедление, видишь, как довольно неплохо действует. Пушка вот эта очень хорошо бомбит. Я представляю, если ее прокачать. Урон, ты видишь, от 105 до 135. Да, медленно, но... Давай-давай, скелетики мои. Влупляем. Надо будет прокачать, знаешь, что? Бонус на деньги. Но для этого нужно пройти уровень. Опа, мушкетеры идут, смотри-ка. Тин-дирин-дирин-дирин, бегут тут лазучки. Я пока, наверное, демона не буду тратить. Мне кажется, он нам пригодится. Слушай, подожди-ка, а почему у нас волна восьмая идет? Ну, сердечки все целые, так что переживать пока не стоит. Ага, я могу гоблина прокачать, либо... Нет, не хватает. Слушай, может быть, вот так звезданем с тобой? А, паршивые крестьяне, вот так вот. 157, а нужно 180, да, для того, чтобы вот эту баллисту прокачать. И я, наверное, так и сделаю. Если нам хватит с тобой финансов, я прокачаю лучше баллисту. Да убейте вы вот этих вот мушкетчиков. Есть контакт. Друзья мои, давай глянем, как она будет бомбить. Должна не кисло, в принципе, наносить урон. А радиус... Радиус слабоват, конечно. Я могу призвать демона к нам в помощь, если захотим. Что тут опять? Как правило, бросается в бой с именем короля на устах, стреляет с расстояния. Ну да, это мушкетер, о чем я тебе говорил. Вот этого только делать не надо мне здесь. Ну, молодец, красавчик. Правильно, Хеллбой, вали их всех. Опа, друзья мои, паладин со святым щитом идет. Ё-моё. Его надо как можно быстрее убрать от основной команды. Да-да-да-да-да, я даже не знаю, ребята, вот так вот нам, наверное, с собой сделаем, прокачаем нашего мага. Блин, конечно, этот паладин, мы помним, да, что он может делать, довольно жесткий типок. Так, 130, следующая прокачка стоит, ты посмотри, мы ему урон вообще не наносим. Вообще не наносим урона. Да, типок еще тот, со своим, просто с удара скелетов моих крошит. Просто с удара. Давай-ка мы его уберем назад. Вот так вот сделаем. Блин, вот надо было против него-то выставлять как раз демона. Мне кажется, он пройдет. И мало того, что пройдет, еще и накажет нас за нашу дерзость. А ну-ка.
Да что ты, лучник, здесь сделаешь? Два лучника ничего не смогут сделать против этого паладина. Есть, конечно, у нас вот такая штука. Но не очень далеко мы отбрасываем. Может быть, нам эту волну переиграть? Душ вроде бы хватает. Давай-ка я, наверное, переиграю эту волну последнюю. Так, здесь мы разберемся. Должны же разобраться вот с этими ухами. Я как раз тут, ребята, демона потратил, да? Вот я его и сохраню. Эй! Молодец, красавчик. Подожди, а почему меня вернули обратно на восьмую волну? Я же хотел последнюю переиграть. Ладно, фиг с ним. Сейчас мы завалим здесь этого мушкетера. Так, здесь говорили демоницу. А нет, я не буду замедляшку прокачивать. Лучше я все-таки здесь. Да? Орочья пушка, но она медленная, но эффективная. Так, это, ребята, только девятая волна у нас бежит. Угу. Давай, 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 родные мои. А почему эти упали? А, мушкетеры их расстреляли издалека, моих скелетиков здесь родных. Ладно, не беда, 130. Здесь улучшение стоит 90. Блин, только какая, третья или четвертая миссия? Я уже, ребят, по 10 раз переигрываю. Потому что, ну, сам видишь, очень-очень сложно. Вот этот вот, конечно, тут сейчас будет мне мозги компостировать. Да, лишь бы вообще пройти. Как он достал, а? Хиляет и хиляет. На тебе, добили. Так, ну что, мушкетеры, что вы там делаете? Они по моим скелетам, ребят, стреляли сейчас только что. Чего-то вот здесь вот не хватает. Я, кажется, знаю, чего не хватает. Хватает нам с тобой мощей. Есть. Так, 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 так. Мне не хотелось бы, конечно, ребята. Придется так, что ли, сделать? Нет. Только не говори, что этот сосунок сможет пройти. Вот этот вот крестьянин. Скелеты. Скелетики. Так, подожди секунду. Встаньте вот здесь, пожалуйста. Встаньте вот здесь, чтобы мы... Ну! Справиться? Да должны же... Трындец! Ха, не получается у меня. Они проходят. Чего надо? Может быть, вот эту вот ерунду продать, а? Мешает только мне здесь. Или что? Или прокачать мага. Ну, как вариант, можно, в принципе. Так, давай вызывать. Давай вызывать, вот они идут. Можно, конечно, еще поставить нам на вот этих наших я их еще... А, я не могу их сделать, да? Чуть-чуть подальше. Давай смотреть. Упали, зря они здесь, конечно, стояли. Их тут быстренько, ребята, разбомбили. Вот этот хиллер, конечно, раздражает. Меня очень сильно раздражает. 130, здесь 90. Вот 90 я могу еще, ребят, набрать. Но мне кажется, что лучше вот здесь поставить еще одного мага. Вот это будет эффективнее, мне кажется. Я могу, конечно, и ошибаться. Но посмотри, как он вжаривает. Ой-ой-ой, еще вот под ускорением этого, конечно, в плане. Тут уже палыч идет. Нет, друзья мои, не-не-не-не-не-не-не. Пускай идут, вот паладин пускай назад идет. С этими мы вот так разберемся, наверное, да? 130, 90, 90. Подожди, подожди, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Замедление нам не нужно здесь, наверное, скорее всего. А если три мага, предположим, здесь будут стоять, это как-то нам поможет? В принципе, должно помочь. Смотри, мы неплохо тут разбираем их. Да, вот так вот, наверное, будет поэффективнее. Давай маги вжаривать. Этот у нас прокачанный, довольно сильный маг. Да, и эти мушкетеры как раз ничего не могут сделать. Этого сейчас забомбим. Хе-хе-хе. И у нас с тобой есть демон. Вот демон-то как раз и будет... Нет, мы его лучше где-нибудь вот здесь, вот в этом эпицентрике запустим. Да, и будем бомбить. Так, а я пока могу, наверное, не могу. Тогда сделаем вот так вот. Пускай стреляют по нему пока. Так, где мои тут? Вот они, скелеты. А вот теперь, я думаю, сейчас вот где-нибудь вот здесь мы вызовем, да, чтобы по нему как раз все бомбили. А не получится так. Мы можем сделать вот так вот. Плюс ко всему. Вот так. А теперь вызовем и нашего демона. Так, тут получается... Почему этот маг не достает чуть-чуть? Слушай, я надеюсь, что мой демон все-таки завалит этого паладина. Но он, конечно, очень лютый.
Ты посмотри, этого паладина просто так нахрапом не возьмешь. Давай, 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 главное, чтобы демон продержался. Есть контакт. Ядрёна Матрёна. Друзья мои, ну вы сами прекрасно все видели, сколько мне приходилось переигрывать волны. И слава богу, здесь есть такая возможность, понимаешь, перепрыгнуть на прошлую волну и ее переиграть. Ни в одной игре, по-моему, я такого больше и не видел. Ну что же, ты смотри, какой здесь еще чувак будет. С какими-то перчатками каменными, с шипами. Так, почему-то у нас везде тут с тобой по 3 звездочки. Видимо, там с уровнем сложности будет все повышаться. Мы куда-то все сюда идем. А что у нас вот здесь вот? Алчные бездельники решаются пополнить свои пустые карманы чужим золотом и начинают подготовку вторжения в богатые земли зла. То есть ко мне, да, в земли? А эти что тут собираются делать? Нашествие разгорается. Закаленный в битвах неприятель вступил в безжизненные земли, когда-то принадлежавшие паладинам. Слушай, я что-то к паладинам, честно сказать, идти не хочу. Я вижу тут, даже статуя у них стоит. А, вот как звездочки-то, ребята, видите, тут кошмарный, потом хаос, и от этого, короче, у нас идут звезды. А звезды нам для чего нужны? Конечно же, для того, чтобы мы могли с тобой прокачивать. Улучшения можно сделать какие-нибудь? У нас, как-никак, все-таки есть немножко звездочек. Да и души у нас с тобой есть. Так, ну-ка, что мы можем? Ускорять восстановление, понятно. Снижает штраф за удаленность от эпицентра. Я думаю, надо прокачать. Глухарь, 9% вероятность оглушить врага. Тоже сделаем. Увеличивает урон на 4%, а здесь продлевает оглушение на 0,5. Не, давай вот это, наверное. Так. А почему я вот это не могу? Почему я не могу прокачать себе темпо? Ладно, сделаем здесь. Так, и мага хотелось бы мне, конечно, ребята. Игнорирует 7,5 защиты цели, да. Так, увеличит урон на 4%. И... А почему я дальше не могу? Смотри, чего не хватает. Души вроде есть. Это есть, не знаю, друзья мои. Также мы можем с тобой улучшить и наших Макхелмана на 20%. Урон увеличится, ничего себе. Но я этого, опять же, не могу почему-то сделать. О, сделал. Так, а здесь 210. Продлевает время в бою на 10%. Конечно, конечно, ребята. Надо заниматься прокачкой. Но это мы с тобой души тратили. А у нас же есть еще где-то за читальня, прогресс, улучшение. Ну, в улучшении я только что был, да? В улучшениях я только что был. Вот эти звездочки. 12-20, 12-30. Их же тоже куда-то можно тратить. А вот куда? Может быть, в прогресс? Нет, в прогрессе вряд ли, друзья мои. Тут у нас чисто достижение и сухая статистика идет. А в лидеры, естественно, тоже не надо идти. Ну что, давай попробуем, наверное, вот здесь все-таки. Подожди, смотреть. А, так это... Это у нас, по-моему, будет видеозаставка, да? Мы... Это мы видели с вами. То есть отсюда мы просто начинаем свой путь. Ну что же. Перекресток паладинов, так перекресток. Делать нам все равно ничего не остается. Блин, эти мушкетеры. Засранцы издалека бомбят. Угу. Скорострел. Юный скорострел стреляет очень быстро, но наносит небольшой урон. Начинают они идти отсюда. И, судя по всему, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот так они пойдут и сюда вот выйдут. Я их прекрасно понял. Ну что же, вот здесь я уже сделаю, ребят, по-умному. Поставлю бомбарду. А сюда мы поставим с тобой, наверное, замедляху. И вот здесь уже у нас будет с тобой нет. Блин, куда бы. Наверное, вот здесь вот поставлю мага. И все, больше я ничего не смогу сделать. Вызываем вояк. Вот здесь вот, кстати, надо было ставить. А я могу. Вот, вот скелетики как раз у меня здесь и будут, ребята, их сдерживать помаленечку. Давай, 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 давай. Ну, скелеты слабенькие, понятное дело. А пушка это, ну, достает. Достает, ручья пушка, в принципе, неплохо. Бомбит. Вау, накрыло медным тазом, еще такие врата у нас здесь. Хе-хе. Так, банши. Позабытое место. Завывательница банши падает, нападает на врагов, и временно обращая их в бегство.
Слушай, а как мне их получить? Объясни-ка мне, пожалуйста. Я только стандартные башни могу вызывать. Паладины построили этот тоннель сотни лет назад. Сегодня он заброшен. Если враг попробует пройти по нему, заприте дверь у него перед носом. Ага. Как в плане, подожди-ка. 35 нужно, чтобы закрыть дверь перед носом. Понял, что ничего не понял. Так, 70, ребят, на улучшение скелетов. Я думаю, что не будем мы это делать. Вот орочи пушку надо еще сюда поставить. Вот тогда будет классно. Две пушки будут бомбить здесь, и они ничего не смогут сделать. Да, наверное, так мы с тобой и замутим. Мои скелеты, как всегда, уже отдыхают мертвым грузом. Вот этот маг до сюда не достанет. Блин. Ну что, тогда придется лучников ставить. Ну а что поделаешь, друзья. Нету вариантов просто больше у нас никаких. Ну, замедлит его. Так, они теперь с двух сторон. В плане еще летающие пойдут. Ну, зашибись. Вот мы и дожили с тобой. Так, секунду, что это тут? Открылись ворота, ребята. Это они хотят сюда в них зайти, да? Я не позволю. Я не позволю, говорю. Никому пройти в эти ворота. Как их закрыть? Че-то я не могу. Оу! Так они идут. Большая Берта стреляет точно в цель. Да это все хорошо, что Большая Берта. Как закрыть-то ее, не пойму. Нет, ну с этим мы что-то справиться не можем. Смотри, ему по барабану, он идет и идет. Ему пофиг на все. Плюс еще, как ты видишь, летающие. Зашибись. Лучники, давайте, 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 помогайте. Да фиг они мне здесь помогут, по ходу дела. Вот так они, да, пойдут еще наверх. Улучшить? Улучшить я не могу. Плохо, что не могу улучшить их. Пролетят все-таки, да, засранцы? Ребята, я возвращаюсь на четвертую волну. Что-то не так. Что-то пошло не по плану. Потому что вот здесь вот вылезли эти аглоеды. И они мне помешали очень сильно. Так, ну что, вызываем. 94... 94, так. У нас, по-моему, маги не могут бомбить, да, по летающим целям. Поэтому придется все равно вызывать лучников. И здесь, кстати, тоже. Ну? Просто летят в наглую и все. Ладно, раз, два, два лучника здесь есть. Как думаешь, справимся мы здесь вдвоем? Есть еще, конечно, молния у нас. Ну, а на 5 они вышли, а? Так, ладно, здесь справились. Как ворота эти закрыть? Забомбили, отлично, друзья мои. 180 нужно, да? А, что-то здесь, конечно, по-моему, перебор, причем очень крутой. Давай-ка мы вот этих, наверное, с собой уберем отсюда. Почему только одного? Почему не всех? Нет, здесь, походу, дела нифига я не успею, ребята. Может быть, если только демона призывать на помощь. Так, ледяной адепт замораживает врагов. Я все прекрасно понимаю, что он может замораживать врагов. Но как это сделать? Как мне их призвать? Ты будешь бомбить сюда? Но... Так, чего не хватает? Не хватает еще одного лучника, да, ребят? Стреляет и есть контакт. А, коротышка рядом. А, родом из волшебного леса. Летает быстро и неуязвим для некоторых башен. Какой-то коротышка, это какой-то фей. Эй, ты сейчас серьезно, что ли? Для некоторых башен. Ну, лучники-то могут же достать. Да, лучники могут. И это хорошо. И это, ребятушки, очень хорошо, что лучники могут. Единственный вопрос, а смогут ли демоны мои... Нет, демон не трогает вообще, ребята. Твою же налево, ты посмотри, сколько здесь вышло, а. Так, по кому бомбит? Он бомбит, но урон от баллисты урощей, конечно, вообще минимальный здесь наносится. Просто минимальный. Ведь они пройдут, скорее всего. Есть у нас еще молния сейчас. Так, оборотень превращается в специализацию любой другой башни. Я понял. Надеюсь, это нам пригодится. Так, опять фея летит. А это еще что же за шаманы еще ползут там? Новый враг, друид. От природы доброжелательный. Он почему-то приходит в ярость при виде орков, гоблинов
и чужих богатств. Это меня должно было как-то утешить. Пси, молния вообще ни о чем, ребят. Нет, здесь вряд ли мы сможем его, конечно, уничтожить. Придется опять возвращаться нам с тобой. На этот раз на седьмую волну. У меня, кстати, души-то заканчиваются. Души заканчиваются, и это очень плохо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Пролетел. Все, я, наверное, не смогу, да? Или смогу? Давай сюда переместимся. Да. Вот это, конечно, ребят, не работает нифига. 35 энергии было написано, да? Типа, можешь закрыть врата. Ничего подобного. Ничего здесь закрыть я не могу. И по большому счету вот эти вот лучники здесь вообще... Ой, вот эти вот скелеты вообще здесь, по-моему, не нужны. От них тут эффекта вообще ноль. Продать могу? Продать могу, а зачем? Вон, они выходят. Они выходят. Давай быстрее, маги, выходите. Точнее, не маги, а лучники. Если я применю здесь... Достанет, нет, как думаешь? Достал. Да чтоб тебя, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не могу понять, все, у меня, ребята, уже не хватает энергии, начиная с первой волны. Ладно, фиг с ним, пускай проходит. Ну, что ж поделаешь. Ну, не фартит мне сегодня, не фартит, ребят. Ведь я же могу в любой момент потом переиграть этот уровень, верно? Верно. Там у нас и крепче будут юниты. Действительно, а что я сейчас стараюсь? У меня же практически никакой прокачки нету. Но здесь что-то вообще как-то у нас плохо идет, да? Это всего лишь шестая волна и фейлом пахнет. Опять эти импы летят. О, здесь мы с тобой напропускаем. Будь здоров, вражин. Так, летающий засранец. Эта пушка бомбить по ним не будет. Вообще, надо было, вот по идее, вот эту вот урощую пушку ставить вот сюда. Точно. Здесь бы от нее был бы действительно толк. Ладно, сейчас вольнем с тобой еще парочку этих фей. Не пролетишь, засранец. И ты тоже не пролетишь. В плане пролетел, на него телепортация не работает. Эти у нас доброжелатели идут. Сейчас, ребят, схлопочут они. У нас есть с вами демон на призыв. 12 всего лишь осталось сердечек из 20. Ага, видишь, все-таки, ребят, срабатывает оглушение у нашей пушки, вот и орочей. Да, срабатывает, это классно. Блин, ну то, что вот феи эти летят, это не классно, не шиша. Так, одного накрыли медным тазом. Сейчас мы этого тоже, я думаю, расстреляем. И надо будет поставить здесь мага. Да, мага, наверное, влеплю я все-таки сюда. Ну, убейте хоть одного там мелкого этого засранца. Не хватает чуть-чуть мне финансов. Опа. Это что еще там за королик собирается бежать? Объясни-ка мне на милость. Дай-ка я тут всех вот так вот молнии. Это какая волна у нас? Девятая, да? Давай, демон. Пора здесь с ними разобраться. Да, он, конечно, тут бомбит всех налево и направо. Я его еще немножко прокачал, помнишь, да? Разорвались. Давай следующую волну. Сейчас пойдет, наверное, босс какой-нибудь. Король или кто там у нас? Видел, там корона была? Опа! А вот это уже не смешно. Кто ты такой? Ему все равно, что и где ломать. Хоть дверь кабака, хоть стены крепости. Неуязвим для чар демоницы. Даже так? Вы сейчас серьезно? Я его должен как-то победить? Как? Как я его должен? Сейчас моих скелетов на раз. Если паладин их бомбит, он вообще урон получает? Сейчас скелета бумс на раз. Я даже почему-то в этом не сомневался. Ладно, сейчас посмотрим, как вот эта пушка будет бомбить. Сейчас, ну. Оглушаем, ну это смешно на самом деле. А как молния? Да.
Это, друзья мои, трындец. Я даже не знаю, что здесь и сказать. Это если только ждать демона мне моего. Но мне кажется, он вряд ли здесь тоже справится. Давай ускорим, потому что мы так будем смотреть 100 лет, когда он там дойдет. Естественно, будем его потихонечку с тобой откидывать каким-то образом. Каким-то образом, да. Ты знаешь, сколько мы у него за руль отняли? Вот как ты скажешь мне, я должен его был уничтожить? Да никак. Молнию, если прокачать. Ну, в принципе, молния неплохо наносит ему урон. Давай, 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 демон. Я просто хочу посмотреть, как демон будет с ним драться. Мне кажется, все равно не получится у нас здесь его забомбить. Хотя, кто его знает. Давай проверим. Ну, как тебе сказать? В принципе, урон он наносит неплохой. Но вот по времени ли хватит нас? У нас же... у нас ограниченное количество времени, поэтому из-за этого мы с тобой и не справимся. Да, он все равно пройдет. Да молнию-то будешь ты? Что не так опять? Пройдет. У нас с тобой 9 сердечек. Я не знаю, сколько он отнимает. И должен ли он вообще пройти? Может быть, сейчас фейлимся просто-напросто и все. Смотрим. Мы прошли с тобой, я не знаю, там на одну звезду, наверное. Что-то уж больно круто как-то дали. Но ничего не поделаешь. Вот приходится так вот противостоять таким бизонам, друзья мои. Так, одна звезда. Проблемы с прохождением. Улучшай свои башни и способности. Да я уже понял, что это нужно все делать. Кстати, давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Попробуем замутить. Вот здесь вот пройти на кошмаре. Просто хочу посмотреть, сколько мы получим звездочек. И наверное, там будут у нас все-таки новые улучшения. Это самая первая наша миссия, ты помнишь ее, да? И начну я, наверное, с мага и лучника. Давай, поставим с тобой скорость побольше. Потому что здесь вначале все будет легко и просто. Будут обычные крестяшки бежать. Угу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, отлично, не прошел. Так, сюда надо будет нам, наверное, скелетов позвать, да? Сколько они там стоят у нас? Сорокет. Сорокетничек, вот. Давай вот здесь вот их влепим. Знаете, вам всем молниями забомбили. И поставим их вот сюда, на начало. Пускай лучше они здесь стоят. Это уже укрепленные крестьяне, они, видишь, с мисками или с чем-то, с ведрами на голове. Если мы еще прокачаем наших скелетов, они будут уже чувствовать себя вполне комфортно. Так, следующее, это уже как типа рыцари, да? Я сразу же еще одну волну вызову. Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо. Демон, демон. Помогать надо. Так, а здесь лучше. Да куда ж ты? Так, здесь можно... Можно, блин, вызвать, наверное, баллисту. Хотя, зачем нам здесь баллиста? Давай лучников призовем. Так, предположим. Сколько там еще волн? Слушай, а здесь волн-то уже 15, там-то было 10. Упс. Немножко просчитались, ладно, ничего страшного. Если я молнией так... Опа! Всех накрыл. Надо вот этого как-то прокачать. Меня интересует, а как менять вот этих вот магов? Там потом у нас ледяные были какие-то маги, да? Где выбор зависит от прокачки? Нет, 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 не надо проходить здесь. 95, давай еще улучшим. О, у нас уже 3 скелета. Так, вызываем следующую. Или 2 до сих пор? 2. А должно быть, по-моему, 3. Оу! Вот оно что, ребята, позабытое место. Остановит и напугает врагов. Вот надо будет глянуть. 230, ты серьезно? Короче, делаешь 3 улучшения. После этого уже можешь, ребята, выбирать, что тебе хочется. Вот оно как делается. Ладно, значит, то же самое и касается подмастерья. Медленно, медленно очень стреляет, конечно. Нам бы замедляльщика бы сюда, кстати. Было бы тоже неплохо, да? Сможем мы здесь? Да, сможем мы здесь задержать. Опа.
И следующие 215 стоит, а волн остается 5. 5 волн. Ладушки. Склеп ордена призывает темных рыцарей. Блин, тоже хотелось бы посмотреть. Куда вы? Блин, и то хочется, и это. Ну, мы с тобой все посмотрим, рано или поздно. Давай вызываем следующую волну. 12-я. Бегут иглоеды, да? Позабытое место. Так, склеп ордена. Адепт. Можно, наверное, еще немножечко ускорить. Призываем следующую волну. Так, давай-ка на вторую лучше поиграем. Ну что, остается совсем немножечко волн. Друзья мои, осталось всего лишь две. Давай-ка глянем. Ёлки-палки, что он может делать? Наносит урон ядом. А здесь вероятность заморозки врагов. А тут, блин, подожди, а тут урон по площади. Вот он как. Вот, смотри, как мы здесь этого рыцаря заваливали. Вообще моментально. Ну что, следующая волна. Гоблин-арбалетчик. Слушай, ну то, что здесь очень много вариантов прокачки, вот это мне нравится. Очень много строений, да, и прокачку. Это замечательно. И, соответственно, мы сейчас с тобой сыграли на уровне сложно, да. Потом там еще будет безумие и так далее. Опа, опа, опа. Это куда это вы, красавцы, разогнались? Я что-то не понял. Побежали они, сломя голову. Отлично, друзья мои. 6 звездочек из 15. И, кстати, бонус душ неплохой нам прикатил. Вот таким вот образом мы с тобой и будем постепенно проходить сложные миссии, да? Соответственно, будем получать с тобой звездочки и прокачивать наши улучшения. Так, наши улучшения. 707 душ в данный момент у нас. Ускоряет восстановление. Вот я не могу понять, что здесь. А, здесь надо вот как прокачать. Так, снижает стоимость башни на 9%, да? Ну-ка. Вот. Призрачная банши. 10% вероятность, что банши избежит урона. Ну вот это вот мне нравится. Обалденно сделано. Так, ну что, давай тогда следующий, наверное, с тобой поединочек замутим. Так, здесь уже 6 звезд. А что у нас тут? Хаос. Ну что, попробуем хаос пройти теперь, а? А почему бы и нет? Такой губошлеп этот крестьянин. Значит, хаос. Так. Здесь у нас был с тобой маг. Пускай так и будет. Здесь будет у нас с тобой маг стоять. Здесь мы поставим с тобой лучника. Здесь мы поставим с тобой наших скелетов. Идите-ка сюда. Ускоряемся сразу на x2. А может быть даже на x4 поставим, чтобы по-быренькому это все дело. Тынц, тынц. Ну, поначалу все, конечно, будет легко и просто. Давай следующую волну. 60, да, стоит улучшение. Улучшаем. Следующее, я даже не успеваю, ребят, сюда нажать, как они сами. Ой, а вот здесь уже. Вот, нет, 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 нет. Отлично, ребята, успели мы их забомбить. Так, мне нужно сколько? Да дофига мне нужно чего. Так, я, наверное, сюда демона поставлю. Пускай он пока здесь разбирается, а мы будем, ну, хоть немножко как-то раскачиваться. Вот так вот, друзья мои, уже. Да блин, скорость слишком большущая. Что я хотел сделать-то? Вот что я хотел сделать. Ну, есть контакт, разбомбили. Так, у тебя улучшение стоит 90. 90 это мало. Точнее, это много, а у меня не хватает монет. А здесь, наверное, мы поставим с тобой. Давай еще, наверное, лучника влепим. Стоп, 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 не проходим. Есть, завалили. Так, следующая волна. Сколько? Здесь уже, кстати, 20 волн. Там было 15, здесь уже 20. Ох, какие кучки там перли. Так, улучшаем. Ребят, кстати, ты заметил, что уже дешевле нам обходится апгрейд рыцарей, скелетов. Двоих сразу разнесли. Давай следующую волну. 74 монеты. Так, тут нужно 90, да?
Адепта нам бы нужно, точнее, подмастерье прокачать до адепта. Или все-таки лучше здесь что-нибудь сделать, а? Вот это вот призывает темных рыцарей. Хотелось бы тебе глянуть? Вот лично мне бы хотелось. Так, ну здесь завалим, я думаю, да? Завалим. Петруча, куда ты разогнался? Хе-хе-хе, следующие пошли. 155. Даже не знаю. Тут 182. А вот это что такое? Остановит врагов, атакует издалека. То есть это как бы лучники, да, еще появляются. Но здесь-то мы должны с тобой бомбануть их. В плане, подожди. Ну! Губошлюб одного пропустили, да. Жесть какая-то. Так, что-то пошло тут слишком много рыцарей. Какая волна? 11-я волна уже. Тебя что ли прокачать, чтобы посильнее бомбашил? Да, накоплю я, пожалуй, здесь себя, а? На этих темных рыцарей. Да ну, что такая сложнота-то пошла, эй? Аглоеды. Ну, одного бомбанули и все, а этих... Проходят, как себе домой, а? Супостаты. Следующие пошли. Вот сюда кого-то хочется, знаешь, кого-то, чтобы быстрый был чувак. Этот как-то стрел. Он наносит урон, конечно, большой, но он очень медленный. Ты это видишь, наверное, да, что он очень медленный. Так, опять эти рыцари пошли у нас. Так, вот мы сделаем. Так, ну хотя бы у нас здесь с тобой демон сейчас будет. 182 монетки нам нужно. А, у нас же еще тут башня есть. Что-то я про нее и забыл, друзья мои. Ё-моё. Замедляху здесь ставить. Не хочу я здесь замедляху никакую влеплять. Я хочу все-таки вот, вот, ребята. Ох, ё-моё, ты посмотри. А он один, что ли? А, нет, их двое. Ну-ка. Ну, слушай, они достойные, эти чуваки. Вот эти чуваки достойные. Так, прокачка призывает темных рыцарей. 287, следующий апгрейд стоит. Не кисло, да? Вообще хочется посмотреть каждую башню полностью апгрейженную. Причем по топчику, чтобы это все было. Нате вам. Слушай, ну эти рыцари красавцы. Вот эти рыцари красавцы, я серьезно говорю. Темные, вообще красота, бомбят. И уровень здоровья не кислый. Но все равно у нас 10 сердечек осталось. А если их еще прокачать по-солидному, ох, наверное, будет красота. Ну-ка, лучник, давай-ка мы будем смотреть, что ты себя представляешь. Не-не-не-не-не, олухи, куда это вы собрались? Вот так, а следующий у него, ребята, гоблин-снайпер, гоблин-подрывник и юный скорострел. 10-20 очень быстро. Очень быстро. Ого, снайпер, нифига себе, ребята. 270-290 урона. Надо будет глянуть, сколько стоит 245. Если мы успеем, конечно, посмотреть это все дело. Тут еще, конечно, хотелось бы глянуть на этого адепта. Так, всех в кучку. Вот так вот, молниями. Конечно же, молниями их нужно здесь шинковать. Стоп. Нормуль, здесь разобрались. Ну что, вызываем следующую волну. Так, 245. Нет, 290. Умеренный, то есть, ну, по скорости он будет умеренным. Блин. 287. Тоже хочется, ребят, конечно же, глянуть. Блин, неужели пройдут? Да. Пройдут, ребят, пройдут. Вдвоем, да? Сколько? 6 здоровья всего лишь у нас с тобой осталось. Так, хватает? Хватает. Вот он, ребятушки, спрятался в домике. Гоблин-снайпер в засаде сидит. Радиус обстрела, ну, приличный. Сейчас посмотрим, как он. Слушай, что-то я не очень доволен. Будем честны, я не очень доволен. 180 стоит, да, улучшение для орочей башни. 180.
Нет, рыцари хороши, но когда идет их очень много, они не успевают справиться. Вот в чем проблема. Да и адепт этот тоже тут как бы. Видишь? Они все равно, они проходят. Их когда много, они проходят. И что-то этот снайпер тоже как-то не особо, ребят, тут хорошо заходит нам. Да блин. Есть, не прошел голодранец. Ух, сколько волн. Последняя волна, друзья мои. Ну, соответственно, если последняя волна, значит, здесь будет самая лютость. Мы никого не имеем права с тобой пропустить здесь. Как это сделать, ума не знаю. Не знаю, как, ребята, так сделать, чтобы ни один здесь не прошел. Адепт, конечно, этот нам помогает с тобой, чародеем уже. Но все равно, как ты видишь, не без... Неужели победили? Да, друзья мои. Но не на 3 звезды. Так, а сколько мы с тобой звездочек? Во, тут бонусы получили. Если нам прокачать всех этих вот рыцарей, да, всех этих темных рыцарей, то, конечно, это будет все идеально. Мы сможем их тут просто разносить в хлам. Мы получили с тобой всего одну звезду, я так понимаю. А улучшения можно какие-нибудь сделать? Сколько душ у нас? 347. Так, это лучники, да, у нас? Увеличивают радиус поражения на 7%. А здесь, ага, на 9,5 урон. Можно вот здесь еще. А интересно, есть какой-нибудь здесь вообще предел? Или нету? Или можно качать хоть закачайся? Ну что, давай, наверное, посмотрим с тобой вот эту вот. Оазис. Они не откажутся от своей цели. Враги пересекают пустыню и оказываются в тихом оазисе, где хранятся сокровища восточных торговцев. Вот как. Ну что же, мы типа решили отнять эти... Воу. Рассыпанное по дороге золото заколдовано. При виде его враги начнут уничтожать друг друга. Прикольно. Эти знаменитые богатства обладают магической силой. Пользуйтесь ею, пока на это есть средства. А враг откуда пойдет? Ага, вот отсюда снизу. Значит так. Денег у нас, конечно, не очень много. Но я, наверное, начну... Блин, с мага. Сюда лучше поставить, наверное... Вот так. А здесь наверное, возьмем с собой обычных мечников. Пускай сюда встают. Одна ведь дорожка всего, да? Одна. Ну что же, посмотрим, как они тут будут ходить. Опять обычные крестьяне. Это хорошо, ребят. Волн сколько? 10. 10 волн у нас здесь будет. Они почему-то идут вот по этой стороне. Почему именно по этой стороне не пошли, я не знаю, ребят. Ну, давай-ка лучников поставим сюда. Есть. Так, они вот сюда идут или они хотят вокруг? Что-то не могу пока врубиться. Если здесь тоже есть проход, это плохо будет. Так, что мы с тобой можем апгрейдить, пока ничего не получится? Давай, наверное, с тобой скорость чуть-чуть повысим, да? До двоечки. И вызываем следующую волну. Так. Смотри, видишь, куда они бегут? Почему-то мои скелеты здесь их вот достать не могут, если они идут. Тихо, красавцы, куда это вы? Ага, все-таки нет, ребята. Они все-таки обходят вокруг. Значит, здесь... Иди ты. Стоит-то, выпендривается мне. О, тихо. Да блин, скорость. Да скорость, говорю, помедленнее, куда ты? Скелеты, они не успеют. Я же, блин, сказал, скелеты чертовы. Да что же. Бездари, ё-моё, а. Давай волну обратно, назад. Тупорылые скелеты, а. Говорю им идти. Нет, стоят на месте. Сопли жуют. На кулак наматывают. Вот сюда вот. Еле-еле ползут, а? Ты посмотри на них. Вот пускай они здесь и стоят. А мы призываем с тобой следующую волну. Сколько стоит сокровище? 75, дорого. Будем честны, это слишком дорого для нас. Так, массовые атаки от баллисты. Проходит довольно хорошо. Замедляшку? Нет, наверное, мы... Хотя, да, лучше вот так вот сделаем. Пускай стоит. У нее, по крайней мере, массовое поражение.
Ну, тут, конечно, демона, если только призвать. Молния в откате. Но демон должен справиться. Сколько? Это четвертая волна только. Уже такая лютость идет. Они порвут тут скелетов моих. Сколько? 180, да, стоит улучшение? Давай следующую волну, пока есть такая возможность. Что так медленно идет? А, ну скорость 1х, поэтому и медленно идет. Блин, а тут рыцарь уже. Ой, я и про магов-то забыл, что здесь еще и маги есть. Да, друзья мои, тут еще и маги есть. Пошел ты отсюда, а? Че, пройдет, что ли, а? Нет, не прошел. Так, здесь маги, а здесь рыцарь. Ох, а че так? Че я сделал? Зачем я нажал на следующую волну? Вот объясни мне. 75. Да ее просто... Ну, посмотри, какая орда тут прошла. Давай назад. Хватит? Ага, а у меня не хватает, ребята, монет. Ну, что ж поделаешь. Вот так вот. Я просто вперед, батьки, бегу. Я опережаю, ребята, все эти события наши. Поэтому нечему удивляться здесь не стоит. Здесь надо уже прийти прокачан довольно хорошо. А я, как этот новоиспеченный исследователь, все бы мне посмотреть да проверить. Что, да как, да почему. Ну вот и результат. Тут еще хиллер вместе с ускорителем идет. Идите назад. Жалко, что я только одного могу телепортнуть, а не двоих сразу же. Порвали, да? Нет, вот если бы они были бы прокачаны очень хорошо вдвоем, вот они бы здесь устроили бы карнавальную ночку. По-моему, фейл, да? Нет, ребят, не фейл. Еще одна волна. А еще, точнее, будет две волны. Два хиллера тут, ё-моё. Да там бомбишь-то. Даже достать до них не можешь. Иди отсюда. Стоит там. Ты еще ускоряешься своим флагом. Нет, здесь проиграли. Ребят, три сердечка всего лишь осталось. Я, конечно, могу вот здесь вот призвать демона. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Пушки надо прокачать еще тоже. Да все тут надо прокачать. Ребят, не будем, как говорится, уменьшать, да, как говорится, занижать все это дело. Надо прокачивать абсолютно все. Так. Пушка. Пушка. Ну куда ты вот? Куда этот голодрань собрал? А этот, смотри, чешет, чешет, чешет. Побежал, побежал, побежал. Еще и хиляет там издалека. Порвали. Он пройдет, да? Он прошел. Но мы с тобой... Хотел сказать, мы с тобой прошли. У нас еще одна волна, ребят. Еще одна волна, последняя. Кто это? Упс, кто-то новенький, друзья мои. Так, новый враг, элементаль. Маленький шустрый дух, которого можно призвать из других миров. Не вступает в ближний бой. Неуязвим для чар демоницы. А в плане, и что мне с ним делать? Заклинатель высших сфер, призывающий крошек элементалей в качестве бесплатной рабочей силы. Чего они так все демоницу это боятся? Я не могу понять. Что... А как вот с этим-то справляться? А, вот так вот. Да подожди, подожди, подожди. Эй, а как? Они же сейчас пролетят. Скелетом по барабану. Смотри, любуются. Индусы фиговые, а? Ну ты посмотри. Все, ребят, фейл. Я не был готов к каким-то там, извини меня, сферам, элементалям и тому подобное. Ну согласись, это люто. Это ТДшка еще даст тут мне, так сказать, просраться. Судя по тому, что здесь делается, что тут вообще происходит. Это элементаль рыцарей. Я просто не успеваю здесь отбиться от всего этого дела. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, на сегодня мы закончим серию. Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И, может быть, какие-нибудь там у тебя есть идейки, кого прокачивать лучше. Оу. Но мне кажется, что надо какую-то башню прокачать. Может быть, даже артиллерию. Ну, сам понимаешь, для этого нужны души. Будем с тобой проходить на всех уровнях сложности. Нам просто необходимо.
По идее, если это вот одна карта, ну, тут не так уж и много осталось, да? В принципе, вот замок. Вот отсюда мы начали. Вот замок. Хотя фиг его знает. Может быть, мы с тобой здесь пройдем дальше тут. Хобана. Листочек перевернется, и будет еще что-нибудь, да? Кто его знает? Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.